Кажется, уже 12 октября. И судя по прогнозу, сегодня последний теплый день, 12 градусов. Ну, посмотрим, а вот еще будут теплые деньки. А сейчас пока порисуем в самом центре Иркутска, на углу Курицкого, Пролетарской, Карла Маркса. И вот здесь у нас улица, кажется, Горького еще. Аж 4 улицы здесь сходятся в одном месте. Ну что, поехали? Поехали.